Я сейчас нахожусь между 48-м и 42-м домом по Степана Разина, где собрались строить храм в честь преподобного Серафима Саровского, который, кстати, был согласован только с непосредственно, так сказать, вообще сказали, что администрация города решила выдать непосредственное разрешение, поэтому будет производиться строительство, а с людьми нужен он. Ничего не было согласовано, видите, уже котлован заложили, там вон беседка стоит, охрана. Также территория была расширена, вот где раньше песок заканчивался, до этого была закрыта территория. Официально ли законно расширили, тоже неизвестно. Вся территория забора разрисована, потому что люди очень сильно против строительства, потому что это нарушает их чувства верующих, мусульман, буддистов, язычников. Тем более такое наглое строительство храма. Тут раньше был, видите, где крест еще стоит, просто на видео плохо видно. Так как стройке по всем правилам нужно сделать подъезд, подъезд был сделан вот так вот, просто насыпали, без всяких там знаков ограждающих, что опасность, тут вообще-то улочка и дети ходят, асфальт будут портить, если едет КамАЗы. И что самое главное, посмотрите расстояние между этими деревьями, как идет, да, и расстояние до следующего дерева. Видно, что посередине стояло дерево, дерево просто тупо спилили и засыпали, чтобы не было видно пень, засыпали непосредственно камнем. Что категорически нельзя, так как нарушает закон, это уничтожение муниципальной собственности, а еще может быть это даже и собственность дома, потому что прилежащей территории дома зависит.